Финны, они просили. Второй период особенно. Проявили характер, отыграли. Ну, второй период все равно плохо начали. Да, было три удаления. Потом не реализовали игру. И нормально закончили период. Вообще, что чувствовать то, что владеете вообще преимуществом, даете? Как ты сменил партию? Нет, равный соперник был, то есть не ощущалось, может где-то мы их возили, где-то они нас. И так эта игра туда-обратно шла. В какой-то момент грубость началась, это просто нервы уже, да, были у Финнов? Ну, наверное, но мы старались не вестись на провокации. В таких матчах хочется узнать, что было при счете 1-3, вы там сказали друг другу что-то или просто что со временем такого? Нет, поговорили в раздевалке между собой, вышли и забили голы. Много трудовых шайб забили. Ну, они на нашем пятаке хозяйничали, почему нам на их не похозяйничали? Кто-то понравился у Финнов? Не знаю, никто не понравился. Как сыграл на руку вот эта пауза, которая из-за гола, которые долго обсуждали, защитывать или не защитывать? Возможно, она тоже повлияла немного. Даже не знаю, ну, немного, но повлияло. Сбило там темп, нет? Нет. А как был гол, что увидели? Нам показалось то, что не было гола. Шайба не пересекла линию. Да? А что судья говорил? Я не знаю, я не слышал. Ну, как Шкор сегодня для шайбы да, сделал? Я не слышал. Как вся команда? Вся команда помогала. Ну,